Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это продолжение. ФФА на десятерых в Sid Meier's Civilization 6 за Монголию Чингисхана. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше переходите к первой серии. Ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Большое спасибо им за поддержку, а всем вам приятного продолжения просмотра. Не знаю, в Хами, наверное, я зря трибушет так долго хреначу. С другой стороны, город не растет пока нифига. Я не успеваю тут походить, получается. Но мне надо хотя бы сюда встать, чтобы не появлялся здесь больше латник. Надо идти обрабатывать селитру. Кумаси объявлять войну. Куда? Ага. Hello. Гильдии открыты. Я не буду пока атаковать. Дайте пингалу на исследователя пока. Так. Номад предложение. Вынужден отказаться. Фига. Ну ты же знаешь, что я уже все вижу, да? Все твои города. Mm-hmm. А что ты так недружественно как-то? Про Кумаси я тебя предупреждал давно. Я знаю. Ну, дайте походить. Фак. Ну, где важно, я успел походить. Думаю, что... Искусство войны пока только поставил. Нами караван надо отправить из Хора. Давайте Конкуонг. Я сразу в Кумасе, кстати, куплю посело, чтобы там ставить. А тут используем строителя нефрит обработать. Блин, что так много юнитов тут вообще? А вообще я хотел сюда ставить, блин. Я пока не знаю, тут же один как бы. Союз, вот с кем его заключить.
Предлагаю. Кешики пошли. Чем учитывая, что у меня к Лёшечку это уже 4 каравана, я бы, конечно, все еще предложил бы ему в первую очередь секс. Опа. Ну да, наверное. Но если у тебя все вылетели, то очевидно, мы все вылетели. Мы сейчас... Да, не, нет, сейчас не закрывай игру, мы сейчас все зайдем. О, хорошо. Все в порядке. У меня тоже не вылетел. Это Леша так шутит. Вот вы не смеетесь над моими шутками. Это тут очень плохо. Нахер, да? Да, да. У меня при зате, да? Народ? Ну, конечно, конечно. Или ты нас не слышишь? Ты нас слышишь-ка ничего? Да, да, слышу. Ладно. Просто не хочу через реку атаковать просто. Хотя, с другой стороны, прокачиваемся, господи. Что тут? Хоть я походить смогу благодаря тому, что он вылетел. Ладно, давайте тут позащищаем пока поселенца лучше. Так, и в Дангхой, наверное, отправим. Блин, опять уже этот стоит. Ладно, давайте апнем. Я же поставил, да, снижение в стоимости, да? Пока не покупаю больше рабочих. Возможно, будем копить веру на покупку этих армий. Так, а где у нас там? Я уже открыл оружейную, да? Оружейную надо бы построить. Блин, тут бы гавань. Наверное, в очередь сразу гавань поставлю. И буду покупать рабочих, когда тут Магнус сядет. И я приму... Нет, не монархию. Теократию приму и поставлю карточку. Хотя можно и монархию по пути. Не знаю, пока не хочется. Так, водяная мельница. Строитель, галера. Латник, трибушет. Может, тяжелых колесниц парочку? Пока они по единице. Я тут сейчас в рыцари... Блин, мне надо будет, кстати, рыцарей, наверное, отменить. Уже даже вылетевший этот... походил. Давай, товарищ, жмите кнопочку. Кампус я бы хотел. Гавань есть. Коротенький. Тут отошел. Священное место. На плюс два. Так, а стены, я, по-моему, уже без стен все открыл, что там требовало стены. Ой, ладно, давайте строителя пока. Не буду тут рис убирать, а лучше на производство построю. Да, ну вот благодаря катапульте и трибушету на самом деле Самарканд и Кумаси быстро упали. Проблема с Вьетнамом, что у него там Михайловск как-то
как-то нагло поставлен, нет? Или мне кажется? Номад, что ты думаешь? Нет. Я спрашивал. У нас все по договоренности. Это я потом подселился. Что тебе в нем не нравится, собственно? Ну, он так немножко... Во-первых, от твоих городов вдалеке. Ты тут окружен ГГшками. И он скорее... Маску я, грубо говоря, сам поставил. Пил ее. Так, да. Я ее туда повел. Так, какими тут хочу? У кого тут больше набито? Вот у этого. Так, сразу покупаем тут посела. Этим нефрит обрабатываем. А, так он тут обработан. Второй тогда нефрит. Не, не буду пока монархию. Так, главное не разрушить. Каким-то чудом я не разрушил Кумаси. Не знаю, как это... Какая-то сила воли просто неимоверная. Это не может не радовать народ Зимбабве. Особенно вон там, вот внизу. Побережье южном. Так, не, не должны убить. Отлично. Попробуем тут сразу... Петру ставить. Не буду даже гавань, наверное, делать. Так, стремя еще два хода. Я думаю, это у меня проблемы с кампусами. А у кого еще? Ну, ты тоже не блещешь умом. Ну да. Мы ж монголы. Тыгыдым, наше все. Вон там вон, чувак в челме тоже. Кироватый ему. А чувак в челме это кто? Я просто, наверное, не встретил еще. Чувак в челме просто чуваком с розочкой хуялится уже 70 ходов. Больно. С розочкой? С лилией, наверное. Какая разница? А ты ждешь, чтобы их всех забрать, да, сразу потом? Это как эти... На убых хомячков откармливаю. Морских свинок туда уж, они потолще. Ходят слухи, что монголы захватило первоначальную чего-то там. Так, денег нету нифига. Блин, а чего я сюда не поставил город? Ходите, тут. Ходите, ходите. Ой, не знаю, почему. Можешь на благое дело пожертвовать? Синий друг. Конечно, все равно друг. Чинг-чак? Блин, у меня полководец великий Чинг-чак. Я прям именно по-белорусски хочется читать. Чинг-чак. Прям чик-чирык. Чик-чирык. Только хотел сказать. Как однако Комиссаренко внес это все в культуру, да? Да. Да. Так, ждем, пока не покупаем рабочих, ждем Магнуса. Сколько у нас ходов? Ну, пока еще есть. Время есть. Мне надо это уже что-то нормальное делать.
что-то, блин. Сделай же что-нибудь нормальное, наконец. Нормальное вон строится. Выйти из игры не считается, да? Если ты меня попросишь, ласково, я подумаю. Более ласково. Блин, что-то мне этот Самарканд вообще подгонял. Еще... Я теперь сам этот на его месте город дебильно поставил. Короче, не знаю, что-то... Рука дрогнула. Ну. Проклятие Самарканда. Да, видимо, нельзя было. Кстати, это ж реально есть такое про проклятие там, когда... Вот там кто там, Тимур, по-моему, лежит. Типа, разграбили его гробницу, что-то там украли. Разграбили? Ну, в смысле, исследовали. Это был всего лишь 41-й год, да. 21 июня. Разграбили, подняли, измерили, положили, кстати говоря, в 42-м году обратно. Не понравилось? Да нет, что надо было уже сделать. Не заметил, что тут пришел. Разграбили. Пришло сообщение. Да мы все в терминах цели. Ну, в бомбе, ладно, в бомбе могу. Так. Ну, я бы, наверное... Давайте Мокшу пересадим в Кумаси. О! Доплыл до нас. А Рейну в Карагабулсун, чтобы быстрее приплывайте на огонь. Клетки покупались просто. Постараемся. Ой, я рыцаря все-таки построил. Какая... Пак. Открыл, точнее. Это сделала. Че, огонек угасили? Вопросик. Да. Она на речных поймах можно лица сажать? Нет. Ни в коем случае. Отличная новость. Хочешь, чтобы лес уплыл? Хочу, чтобы он был просто... Пусть делает, что хочет. Ни хрена. Ай, какая ж боль. Только а долго у нас дружба с Вьетнамом? Погоди-ка, погоди-ка. Погоди-ка, погоди-ка. 10 ходов. Ну, просто что всадниками, ты, наверное, ты, уже не получится захватывать. Ой, еще один чувак в челме. Да сколько вот здесь бегает, да? Так, давайте амбар. Да, тут развелось. Хрен загонишь обратно. Ну. Эй, предложение. Ну вот это хреново, я хочу сюда встать, чтобы не появился юнит, не могу встать. Понимаете? Сейчас, если появится юнит, будет зашибись. Извержение вулкана произошло дикое. Расфигачило священную площадь, как всегда. Все, все. Привет, все. Ну, короче, Грей подумывает о том, чтобы американца захватывать. Для этого у него защитник веры, он хочет на него использовать скорее. Ну, мне так лучшему, чтобы больше моей религии было. Почему нет? Вообще не вижу причин не приносить. Где? Гона Конга. Так, давайте, сейчас вот тут святилище достроится, я там куплю миссионера. Так, вот здесь я хотел руинку забрать. Посла дали. Так, а вот тут у нас кампус нормальный встает, так? Я хочу тут до двух вырастить и купить
О, Акат, слушайте, Акат у меня крутой. Антикавалерийских. Полный урон городским стенам. Нет, Акат мне не крутой. Так, реформация, теократию надо принять. Не хочу улучшать юниты. Давайте содержание и вассалы пока возьмем. Торговую конфедерацию. Республиканское наследие. Так, надо пока коников по городам расставить, раз у нас такое дело. От этого мы выводим, несмотря на то, что там вассалы, но... Извините, трибушеты... Ну кто-то же специально вот в конце таймера метки ставит. Это уже какая-то теория. Сказал Лёша, убирая очередной крестик на карте. Ну не буду кешиков, я выйду в темный век. Естественно. Хотя... Так, а где посмотреть события, которые произошли там, типа... Прошел к чему? Ох, ничего себе. Меня обстреливают, прикиньте. Так, давай сначала дамбу. Ну, потом промышленную. Блин, я не поставил... Да, в общем, я не так, поставил. Так, давайте и... вместо натурфилософии два действия крепостной права вот так сделаем. Вот. Этот, как его? Чувак, предложение. Какое предложение? Так, теперь ну? Тут строителя... Не, это мне было предложение. Так, шелком готов торговать. И что раньше был? Я только сейчас его обработал. Блин, надо было эту клетку выкупать и кампус там ставить. Ладно, давайте, наверное, промышленную... А, и тут не выкуплено, чёрт! Ладно, давайте священку тогда пока. Ну, за норвежца неудивительно. Какой любознательный мореплаватель. А есть что? А если найду? Ходят слуги, что Могадиша объявляет войну вот тем вот. Так, тут мы сейчас все вырубать будем. Наверное. Да нет, точно будем.
4 хода до роста. Как тут Петр устроить? Ну, Петр, наверное, сюда надо ставить. Блин, там есть какой-нибудь инженер? На чудеса. Фига себе. Оно тебе надо. Так, а я ж тут святилище построил. Надо теперь миссионера вести к... А, блин, у него уже тут черепашья обратилась. Да ё-моё, блин, чё за мисклик-то, а? Давайте не буду пока убирать там овец, иначе не будет город просто расти. Понятно. Мянем. Кто на кого? Жажа на норвежца? Мне очень жаль. Следовало этого ожидать. То есть вот настолько все плохо. А что там? Ну уже захвачен город первым ходом. А там границы в упор вообще. Ну, как бы... Ну давай, Алгарн, мы помним твое храброе сопротивление деду, давай. Не при этом нашествие. Да нет смысла заключать со мной мир. Лучше забери города там. Чинай и Хайдарабад. Я просто думал, ну ладно, вот ошибка. Ну, араб меня Ой, заберет. Ой, блин, я ж вырубать хотел. Стратегически все так, верно. Ладно, все бежим верно. Сюда. Все верно. Даже царапать не могу. Я даже царапать тебе не могу. Да, я строитель. Знаю. Я знаю, что я могу купить караван, но я хочу из этого города. Да, вполне возможно, что я тебя следующим. Да, да, да. Здесь мамлюков штук 8. Ну, кстати, монголы были мореплавателями тоже. Кубилай хан, там, по-моему, даже есть какая-то теория, что они достигали Америки вот с другой стороны. Так что почему нет? Караваны разграбил. Да не-не-не. Не, ну в принципе логично, все правильно. Я даже не против в каком-то мире. А сколько у норвежцев городов? Ветер получается. Ну как понимаете, тяжело сопротивляться в 4 города. Ну да. Решил поплавать, изведать. Да, и фиг с тобой. Тунляо. Очень монгольское название. Ну, я в свой город отправлю, а не во Вьетнам, потому что тут надо... Но я еще один караван тоже из Тунляо во Вьетнам, наверное. Ну, в Данхой, по-моему, у меня бегает вообще-то. Да, в Данхой бегает. Да, 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 да. Ой, слушай, я вот просто даже вот не буду ничего. Блин, ладно, давайте там, где у нас присоединено уже. А, я ж еще и нефритом могу торговать. Чё, ты подавился? Так, что там у Рима? Это, знаешь, это был фильм Катала. Там играл этот там еще... Рим, предложение. Вот, и там был...
про то, как там играют. Говорит, спасибо за игру. Говорит, да засунь себе в жопу. Говорит, засунулся бы больше, если бы влезла. Ну сколько? Три хода тебе? А, зачем у меня будет мрамор? Ладно, не буду торговать с Америкой, который там захватывает норвежца. Следующим ходом упадет, я думаю. Ну да, в принципе, да. Там два-три бушета. Слушай, я даже вот... Ну, я понял, ты просто проспал это все. Не уделял внимания. Я проспал, во-первых, с тобой дружбу. Проспал. Ты мне так усыплял, да далеко ли тебе до этих самых... Как это называется? До союзов. Я такой, союзы. Так. Я даже кликать не буду. Ну, тут надо кампус ставить. Что тут таки плюс 3. Я просто не поцарапаю. Странно, почему у Вьетнама наука остановилась? Ну, короче, не странно, у Вьетнама 5 городов. Дал бы ты мне уж вот эту хрень-то достроить. Плюс у него, видимо, тут кампус был разрушен. Скорее всего. Заманчиво. Уйди тогда вот оттуда вот. Нормально. Люди там их захватывают, они захватчикам чудеса это строят. Это не захват. Это интеграция. Аннексия. В империю. Давайте там честно играйте. А кто играет? Какой честно? Тут не то, что честно, тут супер честно. Эйш. Валмалык отправим. А, ну да. Хотел построить. Ну, хорош это. Так я все хорош. Все, все. Все, все? Все, все. Да. Да, я тут просто качаю юнитов. Я так и понял. Американец силок. Я что, не растет город, не понял. Было. Ну нефиг. Я все-таки блин. Могу и ответить. Так, пошли соберем. Мне же сказали честно играть, я честно играю. Так. Не получится апнуть две каравеллы, денег не хватает. Наверное, давайте учет... Блин, да я ж во Вьетнам отправил. Ну, давайте, наверное, учетные банки надо будет в Конго уже отправлять. Или смысл вместо как-то с другой стороны сейчас пока учетные банки ставить. Хотя бы. Мне что-то на деньги надо. Если нельзя возразить, то можно хотя бы поспорить. Лёха, откуда фраза? Вот это не знаю. Убить дракона. Зачем их убивать? Даниил Хармс написал. Хармс ли написал? Убить дракона, Лёх, кто написал? Не помню. Ну, сценарий фильма точно этот. Это Захаров. Нет, не Захаров, как его, вот этот Горин. Горин. Горин, да. Захаров снял. А вот посмотри, пьесу, по которой это снято, мне кажется, Хармс. Тоже Горин. Мне все-таки кажется, что Горин. Хармса? Ну, убить погугли, дракона. Короче. Сейчас, подожди, да, минуточку. Тут же напишет, покорми ребенка. Сейчас покормлю. Мне кажется, как бы, если он поест, то выживет, и, значит, молодец. Так слишком легко. Так, а соседи Соединенных Штатов Америки вообще вот это, на эту агрессию смотрят сквозь пальцы, да? Да, они ничего не сделают просто. А они просто физически туда не смогут пройти, их ограничивает география сильно. А куда туда? Ему похрену. Так, ну мы, очевидно, в темный век. Сваливаемся. М-м-м.
так, аквакультуру для лян. Тут вообще хороший... Да, давайте аквакультуру для лян. Хоть будет что рабочим, которых я тут нанимаю, строить... Сделка, мой зеленый друг. Ставил бы карточку на ап юнитов. Ну блин, 16. Ладно, давайте поставим на ап юнитов. Все-таки хотя бы одну каравеллу сделаю. Так, вот это. Шварц. Шварц. Шварц написал. Отлично. Евгений, вернемся, Понга апнем каравеллу. В принципе, блин, Вашингтон я тут делал все правильно. Усыпил бдительность, потому что теоретически я бы мог бы на тебя и накатить, но мне это нафиг не нужно было. Мне нужно было побережье. Мне не интересно было с тобой воевать. Так, а что мы тут? Пока ничего мы тут не делаем. Как смотришь на то, чтобы союз заключить? Кто говорит? Вьетнам. Да, можно. Вьетнам. Дружба с США никогда не доводила до хороших результатов. Помни Сайгон. Вроде мы и не дружили никогда. А, это другая вселенная, извини. Какой заключи? Не успел. Ну, американец, какой союз? Мне, в принципе, без разницы. Не знаю, научный, экономический. Кстати, а почему Вьетнам так просел по науке? Ну, да, я как поставил три кампуса, они у меня и остались. Кстати, Ставангер, ты видел там, вот у него кампус на плюс 5? О, отлично, спасибо за... Знаете, под конец я тебе дай подгрызаюсь немножечко. Все? Все. Каравеллы вот бегают. Блин, а с другой стороны, смысл мне... Где у меня тут? У меня священочка здесь на плюс 3. И здесь на плюс 3 только с этим. Наверное, не надо вырубать вот этот вот эту тропический. Давайте чисто вот этот лес вырубим. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Быстро, очень быстро. Не, это не дед. Тут было сложно сопротивляться. У него и география, кстати, позволяет это делать. А-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, я успел выйти в золотой век. Грейд, 75 потом отдам. Круто, а я вот не успел. Так, ну торговую республику мне, наверное, нету смысла открывать. Пошли в меркантилизм лучше. Окей. Сейчас. Инженеры хреновые. О, нет, слушайте, а давайте мы этого ученого заберем. Это, кстати, прикольный. Так, ладно. Я еще с вами. Далеко не отходите. Блин, что обрабатывать-то? Я что-то не вижу. Тропический, вот этот можно... Тропические леса не хочу
вырубать. Так, а верни. Тут кампус ставится. А, верни, это этот город. Иерусалим. Не-не-не. Очень нуно. Не надо. Я верну. Осуждаю. Взаимно. Ну, у тебя он был долго. Че, теперь можно другим попользоваться. Не будь жадным. Давай, я 10 ходов попользуюсь, потом ты. Ну, у тебя как минимум 5 ходов точно есть. Ну, отлично. Мне даже не, типа, не для распространения веры, а чтобы просто вера капала. У меня пока. Да, блин, что тут строить-то? Товарищество на вере. Я бы, наверное, на кампус проголосовал. И генерирует американец, пускай. Здравствуй, Дарвил. Здравствуй, здравствуй. Так, сколько тут... Блин, с одной стороны хочется ученого купить, с другой стороны... А сколько там осталось у нас до конца эпохи? Там мало. Четыре хода останется. Сколько стоит посел? 200. Ну, то есть я хочу здесь город поставить. Тут, собственно, соль еще есть и табак. Ну, это ж круто. Здрасте, а тут новый лоб не наберется? Тут люди играют. Да, можно спросить просто письменно в чатике, а не заходить? К сожалению, поздно. Ну дайте хоть залезть посмотреть-то спектатором-то, а? Зачем? Вон там My Life стримит. Кто? My Life, вон в эфире, видишь, сидит. К нему, может, вон Жажа еще включил. Сейчас, подождите, я не могу выйти на рабочую стол. В Дискорде это. Да и... Я хоть и на последнем месте закончу. И то уже радует. Так, судя по тому, что Дарвилл влился на то, чтобы он меньше претензий генерил, Дарвилл опять пытается в дипломатию пробовать, да? Ты уже не в игре, то тихонечко сидишь, смотришь. Это голос совести, чтобы вам всем стыдно было. Да когда ты хочешь, чтобы было стыдно. Вот что, я, наверное, все-таки больше ученого хочу, поэтому сначала его выкуплю, а потом уже буду здесь. Такие злобные. Всем спасибо, всем пока. Давай. Спасибо. Ну, пока, спасибо. Ну-ка, это сюда буду ставить город. Так, священное место вот сюда ставится. Все, зашибись. Караба Галсуня. Наверное, с центра коммерции начну. Лёш, тут гость интересуется, за что вы серебра кикнули. Не, я в принципе понимаю, за что. За что ему... Ну вот зачем ты ходишь, передаешь? Ты мальчик на побегушках? Он тебе пишет. У нас с ним общие сервера есть, я не могу от него скрыться. Зато ты мне можешь ничего не говорить. Ну ладно. Начинается. Просто Норвега. Да. Хм.
Сейчас убью. Блин, куда американец втопил? Я никуда не топил. Я забрал Ньютона. Он тебе разрешал все забирать? Блин, не может голосовать. Тогда мне нету смысла. Как уже есть. Входить в этот. Я так понимаю, сейчас все будут против меня играть. Против нас, брат. Ну, мне нету смысла, блин, вкладывать веру, чтобы обращать Конга прямо. Конга сам может делать... Да в этом прикол Конга. Какая там у него... Чё, чего он там получает? Я уже забыл. За счет Мбанзы, что ли? Нет, подожди, за счет чего он там... Не приняты. Получает все верования, построив Мбанзу или театральную площадь. А, Банзу или театральную площадь получает религию в этом городе. Давайте еще одного, наверное, сделаю. Сколько я должен потерять городов перед тем, как я смогу лимнуть? Блин. Столицу? На столице я уже потерял, но у меня еще 4 города. Ну, как хочешь. Если хочешь ливнуть, то ливай. А, да ладно, я еще подефаю. Может быть, еще один отрядик убью. Так, сколько тут мне нужно на... А, могу это уже купить. Даргал забирает? Да. Ай-яй-яй, Даргал. Ай-яй-яй. Так, теперь можно тогда овец собрать. Я тут хочу ставить... Блин, а чё у меня так мало денег? Ну, конечно, потому что караваны не бегают нифига на деньги. Надо уже в Конго отправлять. Так, 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 где у нас? Часовня Великого Магистра. Что мне тут стоит скидка на улучшение? Так, ну мне надо, видимо, поставить на содержание юнитов будет. Было тут ставить. Краям. Вот тут надо было гавань ставить. А в центре нифига. Обшибочка. Так, тут я думаю, можно вырубить. По-моему, тут не влияет. Или влияет. Блин, тут, по-моему, влияет. Да, клетка с лесом. Два леса вот этих, ладно. Не вырубаем тут лес. Блин, только вообще под Магнусом нет, мало что вырубать. Солдат застоял у тебя. Получается. Давай откроем, чтобы я его оттуда вытащил. По-любому мешает. Кстати, не знаю, почему Вьетнама просела наука. Вроде был так неплохо шел по науке. Ну, этот Кольман. Как Вашингтон он застрял? Как граница. Так, мне нужно оружейную, кстати, построить и идти в бомбарды. Интересно, ты как-то. Ну, ты быстрее прогрузился. Хотя, действительно... Эти границы давно закончены. Это Рим говорит? Так, да. Мне надо оружейную построить. Ну, так ты у меня стоишь на промышленной промышленной зоне. Это не мешает? После часовни. Нет.
Просто те нормы. Было бы классно, чтобы он мог оттуда уйти. Так, хотел бы тоже тут кампус, нету денег на выкуп клеток пока. Наверное, гавань? Блин, как вот не... ты тут вару тут развел, это ад какой-то просто. Кто развел? Да, этот, в челме, товарищ. Причем они тут мне прописывают по полной. Там сосед его тоже моет в этом плане. Блин, ну люки хороши, конечно. Амбар. Так, тут кампус, библиотека. Мне просто интересно, каким образом, если граница закрыта, ты можешь стоять на моей территории. Это уже интересно. Какая-то вообще странность. Так, ты же ли дал все? Граница, что ли? Кидай сделку. Блин, а у меня селитры нету. Просто обычно, когда... И не успел миссионера купить, да? Выброшен за территорию, но... Может, я слишком далеко был? Да, там без разницы. Я не знаю. Блин, мне надо как-то... Как-то быстрее ходить-то. Два хода. Надо еще... Видимо, рабочих все-таки за веру понакупать. Ну а на что мне еще веру тратить? Уже покупать великих людей, ну там армию и прочее, это уже в темном веке будем. Мне пока тут не открывать особо ничего. Хотя тут остров, похоже, можно заселять. Блин, может еще одного посела тогда? 205. Слушайте, давайте глянем, это остров или что? Или континент следующий? Это похоже на остров, вау. Тогда давайте купим, а, только, где у нас Магнус? Вот здесь. Тут я бы не убирал тропические леса. Явно я здесь вот могу священное место поставить неплохое. Но начал бы я с центра... А, ну тогда нафига я здесь... А, не, вот здесь центр коммерции. Вот здесь центр коммерции, а потом уже священное место. Так, мрамор обрабатываем. Фига я сюда привел трибушет, непонятно. Йоханнесбург. Так, тут пока... Не знаю, я бы, наверное, оставил здесь рабочих. Больше я не... Так, у нас один ход вроде остался. Наверное, я больше не смогу купить строителя. А просто тут сидим. Шпионов надо построить, несомненно. Алексей, на окна не претендую, я просто так осмотреться. Чего не претендуешь? На Окленд. Прям слышишь себя в этой фразе, еще бы ты претендовал, блядь, на что-то, да?
Вот обязательно так надо было сказать. Обязательно, да. Это главное слово. А как иначе-то? В этом слове весь смысл. Так, а почему у тебя не все города на море? Расскажи мне, брат на требухе. Что за фигня? Мой требуха? О, тут у нас сейчас производство плюс 6. Блин, нормальненько. Кампус-то ничего. Блин, я не поставил на содержание юнитов, не успел сменить. Может, просвещение открыть пока? Другую республику я точно не буду пока использовать. Я вот ППшки их собрал просто, поэтому у меня все-таки на один или на два там. А, ну может быть тут, кстати, была ППшка, потому что я захватил, она уничтожилась, да. Отлично. Мне от этого не легче. Если ты тоже в темное выходишь. Фух. Так. Наверное, реформу денежного обращения попробуем. И в Конго поотправляем, правильно? Каждый город, но это мне веру надо будет тратить. С другой стороны континента я сейчас... А знаете что, давайте здесь живут драконы. Попробуем пооткрывать новые континенты. Предложение, Дарвилл. Блин, что я сделал? Нифига. Даже не посмотрел. Что ты сделал? Да ну... у меня киты есть, они просто разграблены. Развели тебя, получается? Да. Ты же не разводил там, я ж не видел, что у него они есть. Придется войну объявить. Слышь ты! Слова не мальчика, но мужа. Так, а вот тут, наверное, можно поубирать леса. Так, здесь амбар нужен. А, подожди, а что тут? Тут уже жилья дофига. Блин, что ж брать? Монументальность или... Ай, караваны. Здесь живут драконы, бери. Да, да, по-любому. Без шуток, второй материк есть, стоит нормальная штука. Не, тут. Второй материк уже это захвачен почти. Кем это? Владеями. Вообще не успеваю ходить. Так, ну тут хоть... Ух ты, это уже вьетнамская лояльность так действует. Ну, что поделать, надо ставить. Я думаю, тут город быстро вырастет. Подождите, а может мне здесь около озера поставить? Хм. Типа, чтобы Памуккале еще дала очки эпохи. Повышенный бонус за соседство театральной площади. Ну, кстати. Давайте я здесь поставлю. Сейчас
сейчас вылечусь, пойду разбираться с лагерем. Так, а это дает культуру. Ну, блин, ладно, наверное, тут сделаю промышленное производство. Здорово. Все это... А, подожди, там мед у него, мед. Вот мед можно поторговать. Предложил кое-что тебе. А что так мало? У нас еще так. Не, то я уже торгую с этим, с Дарвиллом. Все остальное. Понял. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы...